Пацаны, Ваня Кисана, у нас движуха. Чувачок из андеграунда. Да, 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 андеграунд. Чиним консоли, сейчас будем проверять. А где крышка? Так, пишу, я да, его да. уже вытянул. А где чипы, вот эту, да? Да. Видели такой чип когда-нибудь? Сегодня мы будем прошивать SNES Mini, ребята, чтобы он работал с флешки. Будем чинить Sega Saturn, который... До меня еще случайно воткнули 220 и сожгли. Братуха заново собрал блок с нуля. Давай попробуем. Да просто там точечно опустите. Точечно опустите его, пацаны. Специалисты собрались. Вообще жара, начальник. Когда проволоку поставили, вместо, кто там, чудики эти, у кого консоль была, соответственно, если она бахнула. Это был 90-й. Вот. Да, могло пойти дальше. Так, сейчас, что ты хочешь делать? Что ты делаешь? Мотор хочу проверить. Ага. Где коротнуло? Где-то коротнуло, что все погорело, понимаешь? Это что, через пульт что-то мутишь? Батарейки от мотора, мотор закрутился. Я же говорю, крэнк, пацаны. Мозг ходячий вообще. Сейчас он по-любому починит, по-любому. Я знаю. У нас еще там этот есть. Сейчас будем еще... Вот это тоже делает, этот стоит с LG, не LG, а это Gold Star 3DO. Не, обман, прикол, не, да? Не обманывай себя, брат. Давай мы это, что там у нас с Сатурном, блядь? Скажи, что получилось-то? Короткое замыкание на плате. Вот, короче, у нас с Сатурном пока сегодня не срослось. На очереди у нас Gold Star. Все, мы это все вместе. Сейчас будем смотреть, что здесь дальше происходит. Разобрали, значит, Gold Star. Сейчас что там, Саня, что вот сейчас делаем? Блок ставишь, да? Да, будем примерять трансформатор новый. Так, это у нас, значит, новый трансформатор, да? Он меньше, чем я думал. Короче, это получается, у нас здесь кулера нет, правильно? Значит, это все как у японки. Знаешь, да, у Z1 есть, у американки есть кулер, а у японки нету. Слушай, нам надо какие-то резиновые прокладки, чтобы трансформатор не вывалился. По бокам? Где я тебя найду сейчас резиновые прокладки, братан? Нет, у тебя есть скотч, короче, двухсторонний какой-нибудь? Есть. Вот, можно набить, понял, толщину друг на друга, и все, он будет как поролон мягкий, вообще охуенно. Давай мы его подключим сначала, проверим. Или что? Надо припаять провода, да он будет работать. Будет? Ну все, сейчас пойду искать что-нибудь. Не, у себя, блин, если видишь, я выкинул, у меня был трансформатор. Ты трансформатор выкинул? Я же тебе только сейчас об этом сказал. Я одну разобрал 3DO, чтобы собрать две. Ой, это одну себе целковую. У меня 3DO, которая в Z1, самой первой ревизии плата 93-го года. Ты зря, братан, выбросил. У меня Саня, короче, вообще плавленный блок питания от Nintendo GameCube, короче, восстановил. Вообще просто, бля. Слушай, короче... Тоже выкинуть хотел. Ножницы? Ножницы. Сейчас будут тебе ножницы, братуха. Что ты, вот сами скажи, да, вот что так, говори, нет, говори. Питание сгорело, родной, ну, трансформатор выкинули. Ну, трансформатор был на сколько вольт? 12,5 вольт. Вот, ты сделал? Я его сделал на 13 вольт, и он чуть помощнее родного. Вот. Он на 1,7 ампера. Стандартный на 1,5 вот. Трансформатор. Сгорел у нас. Все, для вас специально для объясняют, вас. Братуха, чтобы это, да. У них мозги. А то говорят, что ты натуре зрителям своим вообще не говоришь, что происходит. Как не говорю? Я же сказал, вон, пацаны приехали в гости. Кайфуем, делами занимаемся, да, братан? Так, вот. Дай тебе его. Давай. Че? Подержу. Будешь паять? Я примерил просто, как припаять, да. Для информации еще для зрителей. Uh-huh. Скажу, что конструкция полностью идентична с FZ1 версией Panasonic. И многие, вот, наверное, не знают, но в американской версии FZ1 есть кулер, а в японской версии его нет. Хотя и даже здесь место, можете обратить внимание, вот покажи, что здесь есть место, и даже сюда можно поставить кулер от американца.
То есть, по сути, все делали однотипное, но сам кулер не устанавливали. По какой причине? Вот только стоит догадываться. Походу, самоохлаждающийся. Ему кулер не нужен. Саня, вон дела творит вообще. А что, точно, Саня, поролон можно втыкать туда? Можно. Он не такой поролон. Да? Не плавится. Ну все, видите, это материал от упаковочки тоже пригодился. Накладочку такую сделаю. Так, рано. Рано? Да, она усаживаться стала. Ага. Все готово. Все по красоте у братишки вообще. Все как положено. И что, сейчас втыкаем, включаем, да? Да, поедем. Врубаем. Давай, сейчас уберусь, давай. Нормально, давайте включать. Что, собрали же? Так, я что-то потерял. Вот, смотри, красиво собрал тут все, короче, все. Вот. Прижал, отжал. Вон, братуха, давай, включай, поворачивай. Вон, эти колокольчики. Давайте смотреть, что у нас получилось. Братан, давай, ты включай. Нажимай. Так, диска у вас-то нету? Да ты включай пока. Так. Нет, другой. Ага. Нет, ну сейчас, по-моему, у тебя выключен. Да. Нет, он включен. А это тот самый, а вон, картинка пошла. Да это что-то ты провод пошевелил, поэтому пошла. Точно. Да давай подвинем стол еще. А здесь биоса мне нету. Как нету? Нет, биоса здесь, биоса. В какой-то, да, нету. Она... Биос, у нее нету, у FZ1, например, нету. Да перестаньте, вот, как да. Нету, что вы мне грузите? Нету, у FZ1 нету. Биоса. Да вот, включай, включай, блин. Вот, там, что, может, колокольчик опять плохие принес? Во, во. И всего. Во. Дальше диск вставления называется. Да? Да. Нет, блядь, что вы меня грузите? Это голод старый. Все, все тут есть, блядь. Этот один такого нет. Блядь, как нету, все есть там, блядь. Все есть, вон, блядь. Тоже мне, блядь, консольщики, блядь. Говори, дядя консольщик, как ты себя там, братуха, кличешь? Ты видишь, что написано, что ты можешь в память зайти. Ну. А в FZ1 ты не можешь в память зайти, там только через игру надо стирать. FZ1 там, да, там да. Тоже меню есть. Но BIOS тоже есть, блядь. За 10 ты можешь стереть, вот как тут. А что ты держишь, Саня? Ну, убери руку. А он этот, тюльпанчик отходит. А, тюльпанчик отходит. Ну все, Голдстар починен. А, подожди, надо же это проверить, да? Диск? Ага. Давай. О, сейчас я пойду в свое царство пиратства, принесу пиратский диск на Голдстар 3DO, который плохо читает штамповку, да? Плохо же она читает, по-моему? Самая капризная, но... Сейчас. Я не сказал, у нее же нет защиты никакой. Не, ну она капризная, на болванке она капризная. Сейчас разберемся, ладно. Вот она, ребята. Царство пиратки. Тут у меня вообще на 3DO как раз. Тут на Dreamcast. Это штамповочка на первую Соньку. Кто-то говорит, что это хлам. У меня тут даже на Sega Saturn пару штамповок есть, прикиньте. А вы говорите. Ладно, давайте возьмем сейчас что-нибудь на 3DO, проверим его. Ну. Что тут сверху, блин? Вон, Вольф. Вольфа возьмем. Возьмем, что сверху. Кто застрелил? Джонни Рока. Ништяк. Поролона избавились, да? Все, давай, собрали. Включаем. Что, ты его не включил, что ли? Я его сити-то выдернул. Ты что там, братуха, залипаешь? Да, блин, тут вообще... Дела? Да, аукционы? Дела, ебать, человеку помог, ебать, что хуй плетнул. Ладно, не ругайся. Так, все включилось. Так, дальше что у нас? Опа.
Ага. Давайте проверим сейчас, как у нас работает Gold Star 3DO, который у меня был всегда без блока питания. Оп-оп-оп. Ну-ка. Посмотрим, что у него с лазером. Как функционирует. Ага. Ага. Что это? Такой первый раз вижу. Чего вы, говорит, мне подсунули, говорит? Чтоб диск консоли вынимал еще. Ужас какой-то. У нас сегодня как день эксперимента сегодня. Че вот с этой штукой намучился? Это вообще караул. Не хочет. Заработало. Это у нас по счету третий диск, который он запустил. А ну запусти когда там что-нибудь. Вот. Короче, Gold Star у нас работает. Блин, сейчас. Че там, протрем линзу, да, говоришь, Саня? Да, протрем линзу. Аккуратненько. Ты умеешь, да? Не, конечно. Красавчик. Сейчас еще нам с тобой надо будет пико, братан. Пико. Я хотел вам сделать обзор, ребята, на пико. Вот, но там у меня кое-какие там трудности возникли. Мы сейчас с Саней посмотрим, еще по пико, может, прикоримся. Еще нам надо еще SNES Mini прошить. Братуха не забыл, нам еще надо SNES Mini прошить. А, я же кабель твой не показал. Что ты запускаешь, нет? Ну вот, она висит. Ну и все, короче. Не очень. Короче, работает приставочка. Это у меня вторая или третья. Зависла. Странно зависла. Ну, это уже другие какие-то проблемы. О, игра идет. А, это игра такая, короче. Это артефакты, смотри, какие-то вещи. Ну, она просто зависла. Ладно, все, сейчас разберемся и пойдем дальше. Слышишь, на втором. Подъезд заедает. Ну, в принципе, нормально. У меня первый PlayStation еще хуже диски читает. Но он их читает, но... Ну, все нормально, короче, починили конкретно все. Там почистили лазер, шмазер сейчас. Я как раз там делал. Смотри, это не раз. Не, нормально это все у нас. Underground же. Чё ты, братуха? О, господи, это... Ворваться решил. Надо проверить. Не, кстати, этот диск прям хорошо читает. Я вижу, головка не делает брейк. Да это, может, диски проблемы, на самом деле. Да мне кажется, просто сбили настройки. Ну, из всех дисков этот самый целый. Ну, сейчас другой еще попробуем запустить. Ну, в общем, все работает. Все. Мой Gold Star второй или третий, не помню, ожил. Все, Саня у нас красавчик. Все, сейчас будем дальше что-то делать. Вот, а видишь, видео. И звук нормально при этом. Угу. Чего? Говорит, здорово, пацаны. Странно, что негр приехал. Ну ладно. Да, прикинь, японский. Все, полетели. На чем ты, на драконе летишь или что? Нет, самолет какой-то. О, блин. Шифтами, братан, шифтами. Короче, я улетел сам. А. Мочи его, мочи. Какой-то птеродактиль, блин. Огромный. А, это же, блин, это... Ультрамен это? Все, да. Это вот это вот, шляпа. Ну, по сути дела, я понял, что здесь надо настраивать этот привод. Кто-то до нас его уже. Да все нормально работает, он все ништяк. А так приводы у Gold Star, они такие капризные, так что нормально все, он работает. Кайф. Слушай, вот мне давай второй раз этот диск запустим. Давай другой диск. Не, второй раз. А давай вот этот глюкнутый поставим. Давай второй раз, потому что смотри, если второй раз прочтется, то... Ну это этот диск, если просчет, а если другой. А другой диск, это уже неизвестно, насколько. Ну вот смотри, это чуть-чуть покоцано. По сути, такой можно. Блин, вот это покоцано, то, что говоришь, ты покоцан, для меня вообще нормальный. Ну подумаешь. Да уже, это, блин, что, где там покоцано? Вон, смотри, зашоркано. Ну-ка. Видишь? Ага, ну может быть. Да, тоже не может дорожку найти никак. Нашел. Как не может? Нашел же он. Нашел. Блин, читает этот диск.
Все нормально, работает аппарат. Все, пошло. Пошел, ну врубай его. Ну да, его смысла нет. Все, давайте его собирать. У нас тут еще с Назмени, у нас еще пико-шмико. А, Джонни запускаешь, да? А что мы с телевизором с этим будем делать, братан? Тоже будем разбирать его? Сегодня? Не знаю, зачем ты сказал, чтобы мы его спустили оттуда? Ну все, он будет стоять вот так вот тебя ждать. 200 Гц телек, ребята. Вообще, аппаратура. Надо починить, там он братуха обещал его посмотреть тоже. Смотри, он нормально крутит. О, действительно. Все, лазер, братан, это ты же почистил лазер. Все нормально. Ну как, все, он читает же. О, смотри, все, кто убил, Джонни. Слушай, давай-ка еще раз какой-нибудь другой диск попробуем запустить. Ну подожди, пусть он этот грузанет, он может только за старт загрузил, все. Да читает нет. Он его. Все. И при том читает хорошо. American Laser Games. Ну, смотри, что ты что, не пауза. Надо. Хотя эти первые модели, с ними всегда не поймешь, что. Короче, работает. Работает, конечно. Давай-ка мы вот этот, который вот этот мы запускали. Что я не читал. О, давай Вольфа. Вольфа втыкай. Втыкай Вольфа. Только глянь на этот. На диск, может, он вообще. Он поцарапанный. Вот этот немножко поцарапанный, конечно. Не, он хороший. Хороший? Ну, давай, давай. Все, у нас тут процедура, видите, какая была? Лазер чистили. Что говоришь, Саня, что говоришь, лазер не чистили спиртом, да? Да, спиртом нельзя лазер чистить. Слышали, спиртом это тут вода. Он хочет, но не хочет. Опять то же самое. Странно, да, что он выкидывает? Ну. Давай-ка вот этого, который с глюками, который запустил вот это вот. Я вообще первый раз вижу, чтобы консоль вынимала сама лоток, когда диск не читает. Да? Ну, может, особый? Сейчас у меня еще один братишка придет, пацаны, там этот заберет мой IBM 96 года, белый. Где заберет? Заберет, сейчас понесет, чтобы почистить его тоже. Он компрессор замутил. Сегодня у меня день прям такой. О, все, пошла, да, запустилась. Вроде читает, да. Все, ништяк.